Пару недель назад в Харцизске подорожал проезд в такси. 15 августа частные перевозчики подняли тариф на 20 рублей, и цена на услугу выросла с 80 до 100 рублей. Новость, само собой разумеется, не осталась без внимания горожан. Интернет-пользователи достаточно резко раскритиковали такое решение харцизских таксистов. По теме началось довольно бурное обсуждение. Новая цена за проезд, правда, надолго не задержалась. Уже через пару дней руководители городских служб такси были приглашены на совещание в горадминистрацию, по результатам которого тариф вроде бы вернулся на прежний уровень – 80 рублей за поездку. Впрочем, вопрос все еще оставался открытым. Ситуацию было решено обсудить с руководством транспортного ведомства республики. Неделю назад на серьезный разговор в Министерство транспорта ДНР были приглашены руководители горадминистрации и представители харцизских служб такси. Участники совещания обсудили несколько проблемных вопросов, в числе которых был и вопрос об установлении тарифов на проезд в такси. Затронули и тему нелегальных перевозчиков, незаконно зарабатывающих частным извозом. В министерстве обратили внимание на то, что транспортные средства официальных служб такси вскоре будут обязаны иметь специальные опознавательные знаки. Такие нормы прописаны в проекте закона ДНР о такси, который сегодня находится на рассмотрении в Народном совете. Руководители служб такси города Харцизска получили необходимые сведения о том, как разрабатывается закон, какие статьи в этом законе, что даст этот закон для служб такси, как бороться с нелегальными перевозчиками в сфере этой деятельности. Я уверен, что после сегодняшнего совещания проблем, как минимум в городе Харцизске, со службами такси тарификации не будет. Были даны определенные рекомендации со стороны Минтранса и депутата Народного совета, как в данной ситуации сделать так, чтобы они работали в правовом поле и, скажем так, не нарушали действующее законодательство. Сегодня в ходе пресс-конференции заместителем главы горадминистрации была окончательно внесена ясность в вопрос о возможном повышении стоимости проезда в такси. По словам Виталия Смыка, тариф остается неизменным – 80 рублей за поездку.